Киеве оборонный завод продают под застройку. Стартовая цена лота составит 561 миллионов гривен. Государственное космическое агентство Украины, ХКО, выставило на продажу в системе электронных торгов сетом корпус 4 завода «Арсенал». Об этом сообщает Интерфакс Украина. Так, на продажу выставили корпус 4 завода и 1,4 гектар земли ПАОЛ «Московская», 8 в Печерском районе Киева. По информации сетом, площадь здания составляет 37,9 тысяч квм. Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки, сказал генеральный директор сетом Виктор Вишнев. Отмечается, что торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 миллионов гривен, минимальный шаг аукциона – 0,5% начальной цены, гарантийный взнос. Нос 56,1 миллионов гривен. Согласно данным Госреестра, собственником завода «Арсенал» является ХКО. Сейчас основным видом деятельности предприятия является производство деревянной тары. Уставный капитал завода «Арсенал» составляет 137,7 миллионов гривен. Как сообщал корреспондент НЕТ, ранее на продажу был выставлен Вознесенский коньячный завод в Николаевской области. Предприятие оценили почти в 200 миллионов гривен. В ГИ анонсировал большую приватизацию. По материалам сайта newsgro.com.